Энергетики приступили к реконструкции магистральных коммуникаций на улице Королева в Иванове. Это 7-й из 12 объектов, где запланированы работы в этом году. Специалистам предстоит заменить 220 метров тепловых сетей. Стоимость реконструкции составит 13,5 миллионов рублей. Производитель гарантирует, что новые трубопроводы прослужат минимум 25 лет, а система контроля изоляции труб позволит оперативно получать данные о ее состоянии. Планируется, что в общей сложности в 2019 году компания «Т-Плюс» заменит в областном центре почти 3 километра магистральных сетей теплоснабжения. Всего на подготовку к предстоящему отопительному сезону предусмотрено более 500 миллионов.